С минуты молчания начали мероприятие, посвященное Дню народного единства. Во Дворце культуры России почтили память жертв авиакатастрофы в Египте. Власти акцентировали внимание, что в такие моменты наиболее важна сплоченность всех жителей страны. День народного единства в этом году официально празднуют уже 10-й раз. В честь юбилея жители Саратовской области получили государственные награды и звания в сфере медицины, соцзащиты и промышленности. Стоит задуматься о масштабе присутствия одной только Саратовской области в российском и мировом пространстве. И мы начинаем осознавать, насколько тесно связаны территории и регионы, люди и народы, насколько верна древняя мудрость: где единение, там победа. В общей сложности государственные награды и звания получили 10 жителей области. Еще четверых наградили благодарственными письмами.